Друзья, всем привет! Сегодня я хочу снять видео, которое будет посвящаться у нас открытию рыбалки. 10 июня, летняя рыбалочка у нас сегодня открывается. И по приглашению дружище моего я отправляюсь на рыбалку за чухонью. Чухонь мы будем ловить на резинке. Пацаны с утра уехали, резинки уже эти поставили, а дружище у меня после работы вот собрался тоже, отзвонился, говорит: Саня, подлетай, говорит, ко мне и ждем. Ехать 35 километров, рядом с городом рыбалочка у нас будет, но место хорошее, кормовое, чухони там просто немерено, каждый год от нее долго там, погода классная, настроение хорошее, обещают ночью там какие-то порывы ветра, там да, дождь небольшой, ну я думаю, что тот автомобиль, на котором мы туда поедем, он нас, если что, убережет от непогоды. Купил, дружище, у меня УАЗик за 35 тысяч рублей, говорит, еще туда тридцатку вложил и говорит, просто монстр на ходу, тестировал его уже не раз. Вот мне бы хотелось посмотреть на этот автомобиль. Я его не видел. Я говорю: Саня, ну разве можно за 60 тысяч рублей купить буханочку? Он говорит: поверь мне, можно. Сегодня мы в этом убедимся. Будем надеяться, что улов у нас будет хороший. Так что смотрите. Желаю вам приятного просмотра. Приехали мы на место, где сегодня будем рыбачить. Место классное. Вы посмотрите только, какой закат позади меня. Просто погода крутая. Утки сколько, лебедей сколько. Вальшны попадался нам на пути. Ехали мы вот еще на этом монстре. В принципе, УАЗик на первый взгляд мне показался добрый. Ну там по подвеске он немножко отремонтировал. Внешне, ну, есть где-то ржавчина, но это УАЗик. Этого не избежать. И я думаю, на ходовые качества его это никак не повлияет, ржавчина. В принципе, УАЗиком он доволен. И мне он тоже понравился. Приехали сюда, дружище, у Сани у меня уже кушать готовил здесь картошку. Я привез на пробу тушенку из бобра, и мы сразу же замутили на костре тушеночку. Картошечку, вот она, тушеная картошка из бобра. С бобром, вернее, запах вкусный. Сейчас пацаны приедут, поехали мне тоже вон устанавливать резинку. Мы будем ужинать и начнем ловить рыбу. А так вот, ребята, сейчас вам покажу. Часть рыбы они уже отправили в город соленую. Там рыбу эту подгнет. И в конце концов будет она вялиться, сушиться. И потом будут они ее с пивом употреблять. А так вот, на данный момент с обеда они надербанили ведро 40 литров. Пол ведра уже взяли. Чухонь не крупная, но котлеты из нее и консервы будут тоже, я думаю, вкусные. Все, отправляемся подготавливаться к рыбалке. Наступил день, показывать, что было вечером, я думаю, не было смысла, потому что было темно, и моя камера, она не отображала ту картинку, которая здесь на самом деле присутствовала. Вода за ночь упала почти на 6 метров, и вот сейчас постепенно начала потихонечку вновь подниматься, потому что ГЭС опять стал водичку скидывать. Резинку, которую мне вчера установили пацаны, я сейчас вытянул, и попалась мне в очередной раз чухонь. Чухонь не крупная, но в данный момент я этому результату доволен и рад. Вот она, чухонечка. Уверен, что сейчас тяга все будет быстрее, все сильнее и сильнее, и результат будет намного плодотворнее. Начинаем ловить. Резинка стоит уже 25 минут в воде. На леску мы установили вот такую вот ветку, это служит нам как поплавком. В данный момент я вижу, что леска потихоньку, но она натягивается. Это говорит о том, что в данный момент одна, но рыба точно на резинке. Я сейчас подожду еще 5 минут и буду ее вытаскивать. Будем смотреть. Но поплавочек уже активно работает. Ну вот и пришло время собираться домой. Эти полтора дня я провел с удовольствием. Остались у меня хорошие впечатления, масса положительных эмоций. Все было круто. И те эмоции, которые я получал, когда я доставал эту рыбу и принимал вообще участие в этой ловле этой рыбы, я никогда не забуду. И в следующем году я обязательно приеду немножко раньше сюда, потому что сегодня пацаны говорят, что рыбы, можно сказать, и не было. Поймал я тут, не знаю, может быть, что 15 чухони. Чухонь мелкая. Чухонь мелкая. Пацаны мне сейчас дадут ведерко чухони, потому что они здесь живут давно. Рыбы очень много. Я буду из этой чухони делать консервы. И на своем канале следующее видео я обязательно посвящу именно этому. Потому что консервы
из этой рыбы получается очень вкусно. Ну и попался мне один лещ, может быть, грамм на 800. Вот и все. Вам всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.